4500 маленьких одесситов уже получили прививку от туберкулеза, то есть БЦЖ. Напомним, что город этой вакциной обеспечен в полном объеме. Теперь прививаться будут как новорожденные, так и те дети, которые ранее не получили вакцину. Эта вакцина имеет сертификат регистрации на Украине. Эта вакцина имеет все разрешительные документы. Естественно, она абсолютно безопасна и... Ну, то есть никаким бы другим образом эта вакцина закуплена не могла быть. То есть она доставлена с соблюдением холодовой цепи, и все разрешительные документы на вакцину в полном порядке. Однако в Одесской области с иммунизацией детей от туберкулеза, а также других заболеваний, картина не столь оптимистична. Проблема с вакцинами есть. В наличии у нас ничего, кроме полиомиелита, нету на данный момент. Проблема с вакциной и БЦЖ, которые должны быть делать в роддоме. Родители по возможности сейчас покупают в аптеках ее. Централизованно мы ничего не получали. На данный момент у нас никаких вакцин нет. В городе, как и в других городах, очень большое количество скопления животных, а животных именно собак. Собаки наносят травмы, то есть укусы. После разной степени укуса мы обязательно должны проводить антирабическое мероприятие, то есть вакцинации. Антирабической вакцины нет. Напомню, что дети должны получать такие прививки, как БЦЖ от туберкулеза, АКДС, коклюша, дифтерии, столбняка, КПК, кори краснухи, эпидпаротита, также от гепатита Б, гемофильной инфекции и полиомиелита. Кроме того, в медучреждениях должна быть прививка от бешенства. На сегодняшний момент у нас ситуация достаточно скромная, скажем такое слово, оно такое обтекаемое. То есть у нас сейчас в достаточном количестве вакцины для профилактики от полиомиелита. То есть это и инактивированная, и живая. Инактивированная используется для самых маленьких детей. Она будет использоваться и дальше. К слову, прививаться от полиомиелита можно еще до конца недели, так как уже в ближайшее время ее также может не быть. Эта вакцина, которая у нас будет не использована, мы должны по распоряжению Министерства здравоохранения Украины сдать и получить. Она была трехвалентной, мы должны получить двухвалентную. Надеются медики в ближайшее время централизованно от Министерства здравоохранения Украины получить и вакцину БЦЖ болгарского производства. Где-то через 1.5-2 месяца мы все-таки увидим централизованные поставки болгарской вакцины БЦЖ. Ну, это планы, конечно же. Обещали тоже еще вакцину КПК. То есть в более достаточном количестве, то есть мы сможем прививать наших детей. Как быстро обещания и планы воплотятся в реальность, покажет время. 30% скидку на диагностику зрения с консультацией специалиста как для взрослых, так и для детей предлагает офтальмологическая клиника «Эксимер». Чтобы не пропустить серьезное заболевание, специалисты рекомендуют проходить ежегодную профилактику. Однако многие пренебрегают визитами к офтальмологу, потому что считают, ничего нового он не скажет, пропишет очки и все. Кто-то просто боится услышать диагноз, например, катаракта. При этом все забывают о том, что мир не стоит на месте, и современная офтальмология предлагает щадящие и эффективные способы решения проблем со зрением. На прошлой неделе я привела маму в клинику. Врач сказал, что у нее катаракта и что с операцией лучше не медлить. Сегодня маме сделали операцию, и, представляете, она уже сегодня смогла хорошо прямо в операционной видеть. А еще она сказала, что было совсем не больно и что здесь очень отзывчивый персонал. В клинике «Эксимер» для лечения катаракты применяется наиболее щадящая методика ультразвуковой фокоэмульсификации. Операция длится 10-15 минут, проводится в режиме одного дня, то есть без госпитализации. Пациент избавляется от катаракты и обретает полноценное зрение. Также быстро можно справиться и с близорукостью. В связи с увеличением зрительных нагрузок, ученые подсчитали, что к 50-му году более половины населения Земли будет страдать близорукостью. Означает ли это постоянное ношение очков? Нет. В настоящее время более широкое распространение приобретает эксимерная лазерная коррекция, что позволяет за 15-20 минут избавиться от очков. А как защитить зрение детей? Из-за повышенных нагрузок оно особо уязвимо и может дать сбой. Мы сюда приходим уже не в первый раз. У нас начало падать зрение, и мы думали, что придется носить очки. Здесь сказали нам, что это только навредит, и доктор назначил курс аппаратного лечения. Дочке очень нравится, лечение проходит как игра, и мы сюда приходим с удовольствием. Помните, современная офтальмология располагает эффективными способами решить именно вашу проблему, именно в вашем возрасте, и вы сможете насладиться отличным зрением. Главное – вовремя обратиться к офтальмологу. 30% скидка на диагностику зрения с консультацией специалиста как для взрослых, так и для детей действует в клинике «Эксимер» до конца апреля.
На прошлой неделе большую одесскую семью пополнили 202 малыша. Из них 121 мальчик и 81 девочка. При этом неделя выдалась урожайной на близнецов, которых в Одессе родилось 5 пар. Больше всего новорожденных, 70, появилось на свет в первом роддоме.